Всем привет, ребят. Ну что, настало время теста нового талантика. Поставил я его на Некрыла. Сейчас мы его потестируем, посмотрим. Возможно, немножко офигеем, потому что талант, по сути, это имбовый, но посмотрим на него в действии. Так, вот такой вот у нас Огнекрыл. Не заснимал я вам прокачку Огнекрыла, потому что что-то была лень. Захотелось на максималку сразу прокачать. В принципе, я вам о нем уже немало рассказывал, показывал. Вот такой вот у нас будет талантик. На 3 секунды он, герой, неуязвим полностью. Также восстанавливает себе 1700% от атаки. Так, кулдаун 7,5 секунд. Вот так вот. То есть такой вот у нас талантик. У нас будет стоять ангел для понижения урона, потому что, по сути, у нас Огнекрыл получается просто голый. Талант дает только 3 секунды защиту с 7. Ну, с 8 даже, считайте. Так, по снаряге у нас победный выпад, плюс 25%, 15. Недавно его вытащил, решил поставить. Собран он у меня вот так вот. Крит, плюс крит урон, плюс точность 1. Рунами у нас будет стоять дар жизни, решил с даром потестить, плюс 52% жизни, также 35% снять бафа. Ну, возможно, мы сейчас будем менять, потестим сейчас с таким талантиком, точнее эмблемкой такой. Ну что, поехали в рейд. По сути, Огнекрыл сам по себе, он неуязвим. Вот он получает сейчас. Вот посмотрите, у него идут нули. 3 секунды нули были, а теперь нас уже бьют. Бьет Фрейка, и мы получаем там 8500 урона. Плюс еще стрелок нас бьет. То есть вот так вот. Смотрим, насколько долго он сможет продержаться. Где-то сейчас он должен отхил получить. Но, как видите, энергии не хватило, не зарядился, соответственно. Его просто слили, он не вошел в форму, и на этом все закончилось. Поехали дальше, будем искать другие расты. Вот опять расты со стрелком. Смотрим. Вот урон 8500 мы получили. Дальше урон тоже проходит, в принципе. Начали бить. Ну, я думаю, тут... Да не, тут соперник, на котором надо сейчас его тестить. Так, хотелось бы так, чтобы напасть рядом. Так, 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 Фрейка есть. Вот, отлично, стрелка не вижу. Вот, отлично, сейчас на Фрей будем тестировать. Так, смотрим. Вот, как видите, урон получает. Вот, нули пошли. Опять не получаем, опять урон получаем. Идет еще обратка от кого-то. Так, смотрим, интересно, сколько же он отхилит. 495 или в форму вошел, скорее всего. Надо по секундам смотреть. Ну, вот так вот, ребят, плюс 500. В общем, не очень понятно. Посмотрите на урон по героям. Просто печаль. 15к бьет. Это смешно. Вот, поэтому, как видите, мы пожертвовали уроном, поставили ему, грубо говоря, там деф, да? Но у нас урона нет. Вот какой урон я наношу вражеским... Все. И причем сборка-то топовая, он должен критовать и нормально урона наносить. Так, окей. Витал Бун, как видите, не особо тут заходит. Все равно его шатают. Так, раскол. Точнее, рвение. Атака плюс 50. 35 уменьшение. Давайте поставим ему... Так, 65%. Ну, это по сути то же самое будет. Так, 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 так. Что там у нас еще такое интересное? Давайте поставим священный. Огонь. Жизнь плюс понижение урона. Вот так вот.
такая вот сборка будет, давайте поехали тоже в рейд тестить. Как видите, ничего имбового в этом таланте нет, потому что вы теряете. Для Фрейи, возможно, да, но опять же, я лучше рунами его поставлю, потестирую. А, то есть от рун будет больше толку, потому что вы сможете талант поставить. Тут получается у вас, ну, сейчас вот урон, конечно, наносит, тут спору нет. Ну, вот так вот. Сейчас самое интересное будет потестировать на PvP локациях. Так, вольт, стрелок. Ну, вот вроде неплохо поехали. То есть промежуток все равно есть, и по сути мы потеряли у этого героя бас, например, намного лучше бы смотрелся, а рунами поставить как вариант этот талант, возможно, да. Ну а так, посмотрите, урон просто смешной. 3000. Это нас надебафили. Вот 347. И все, до свидания, герой. Так, окей, теперь давайте поменяем немножко сборку. Уберу я такой отхил. Поставлю сюда слона. Пойдем сейчас на подземку. Там будет явно видно. Сколько он себя будет хилить. И так, сейчас он в форме. Ну, пока по нему дамага нет. Ну, дамаг, как видите, очень небольшой. Конечно, с уклонением, возможно, он бы и лучше стоял. Невозможно замерить на этом героя, потому что это надо будет на Фрейе этот талантик потестить. На ней, думаю, будет поинтереснее, потому что этот себя и отхиливает, и умеет, скажем так, ограничения, отхиливает. Не особо интересно. А вот у Фрейи будет видно, сколько же все-таки отхил идет. И... Ну, я вам просто показал на рейде, что... Талант не делает из него имбу. А, давайте сейчас попробуем в PvP локации пойдем. Просто поставим оживу. Я не знаю, как у меня там в забытых, кто у меня будет. Вряд ли тут какие-то топы будут, но попробуем. Может, тут хоть получится посмотреть. Ну, честно говоря, я не особо доволен. Лучше, конечно, урон ему добавить. Так, смотрим. Понятно все. Посмотрели. Тут смотритель просто вынес. Думаю, хотя нет, вроде нормально зацепились. Ну, ворожай подхил, да, к сожалению, нет. То чувство, когда хочешь, чтобы твоего героя слили, а не ты слил пачку. Блин, тут получше дальше пачки были. Давай, мохнатка, тащи. Нравится мне на Анубисе. Анубиса посливали эти с седьмым разбросом. Четыре тени, блин, бегают.
забирают энергию. Вообще просто нереально. Все время, блин, минус 7 разброс. Это просто жесть. Герой просто, ну, никак не зарядится. А ну-ка, давайте против этого. Вроде огник есть. Ой, огник, говорю. Вот, отлично, Фрея. Так, смотрим. Ну, урон, как видите, проходит. Заморозка. Так, ну тут у него отхил, конечно, неплохой должен быть. Но все же, смотрите, урон все проходит, проходит, проходит. Вот тут вот спасся. Ну все, раз, два. Так, живо. Вот пошли нули. Активировался. Отхил. А где отхил? Ну, я бы не сказал, что особо спасает его. Сливается. Да, возможно, в некоторой степени это и хорошо, но я был, уж говорю, в любом случае лучше на него выбрал бы атаку, а этот рунами поставил. Так. Давайте еще разок. Давайте попробуем так вот. Может, там другая пачка будет интересная. Ну, этих, видите, раздали сразу же. Тут простоял, но это огнекрыл, что тут. Так, вот интересно. Что он этих ушатает? Странно, а, ну. Не знаю. В общем, не знаю, не особо мне на охнике он зашел. В принципе, думаю, он тоже мне особо понравился. Урона нет. Этот герой должен просто нагибать, а он получается и не туда, и не сюда. Мохнатка, тащи. Жесть. Бабуля тащит. Так, ну, в принципе, тут протестили. Давайте еще сходим в экспедицию. Надеюсь, вам не громко было. Такс. Ну, тут урон есть. Этот талант, скорее всего, будет кайфово, и не скорее всего, очень будет кайфово, возможно, рунами на древнюю. Вот там он будет очень кайфово заходить. И то, опять же, там пару секунд ничего не решают. Сейчас попробуем дальше в экспедиции. А, и попробуем сейчас на древнем сразу. Хорошо, что сказал. Так, ну, смотрим Фрея. Тут пока слабенькие противники. Но урона нет. 44к для огнекрыла, но это, честно говоря, не урон. Вообще. Тут даже уже со смотрителем. Все равно. Ну,
Сейчас дальше немножко пройдем, может там будут посильнее противники. Тут он вынес их своим скиллом. Блин, да что такое, нету противников нормальных. Так, смотрим. Ну вот у меня без уклона по нем миссает. Да уж, печально тут все будет тоже. Слили. Вот так вот. А с бастом был бы, наверное, получше. Так, хорошо, давайте теперь самое интересное. Пойдем в древнее испытание, и там его протестируем. Вот это самое интересное будет, думаю. Так, создать команду. Ну тут он так и будет выживать, но дальше смотрите. Секунды прошли, резнулся. Отхил был небольшой, не знаю сколько. Вот нули пошли, опять резнулся. Вот тут вот, кстати, смотрится он поприличнее. Намного, чем было раньше. Так, ну чего вы так тормозите-то, а? Так, давайте тут попробуем, посмотрим. У нас уже стрелок. Ну, тут поинтереснее все-таки. Конечно, тут хоть и миссов полно, но... Я смотрю, так поживее, поживее он стоит. Вот так вот. В общем, не знаю, ребят. Такая вот сборочка, честно скажу, не зашел мне этот талантик на Огнекрыле. На Ронина я тоже, возможно, выбью, поставлю, покажу вам тест. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, как по мне, наверное, лучше этот талантик новый рунами ставить. От него толку будет больше. Тогда мы не потеряем там либо урон, либо деф. Вот так вот. Все, пишите комменты, как обычно, подписывайтесь, лайки. Всем удачи, всем пока.